Вот, посмотри. Это система пещер в 5 километрах к югу. Их стоит проверить. Эй, опоздавший! Снимите силовой блок со своего корабля и положите рядом с моим. Это с какой стати? Риддик включил маяк, чтобы смотаться с планеты. По сути дела, он просто вызвал такси. И? Думаю, из корабля выйдет хороший капкан. Закрытые помещения, стальные стены. Отсюда не удрать. Круто, да? Я слышала, что у половины людей интеллект ниже среднего, это так? И когда он придет, ни один корабль не сможет взлететь. Ясно? Пошли! Дал. Сними силовой блок с корабля. Я сам. Взрывчатка детонирует наружу. Жду тебя, Риддик. Точно говорю, это уже перебор. Сколько нас? 11 человек? Операция для 4. Максимум. Ты нас сглазишь. Раньше времени не говори, гоп. Эй, да плевал я на болтовню о нем. Это один человек. Как скажешь, Фалка. Один человек. Там, видимо, то, что считается луной на этой планете. Темная будет ночка. Что дает ему преимущество? Наверное, он вас сначала измотает. Лишит покоя и сна. Я занят, не мешай. Я просто делюсь мыслями. Ну, поделился? Я вас прошу, вежливо, уйти вон и не мешать мне работать! Ладно, оставляю вас. Дайте знать, если что. Когда его голова будет у меня в ящике, дам знать. Сектор 29, да. Готовность. Что там у тебя? Какой-то динго-донго. Да, теперь вижу. Подстрелить его? Нет, убей. Выстрел с глушителем. Хорошая работа, Диас. Порадовал. Что-то в глаз попало. Это называется прицел. В другой раз не промажь. Все под контролем? Да уйди ты с моей чистоты!